В Казахстане разработают новую дорожную карту по материально-техническому оснащению МЧС. Такое поручение сегодня на заседании правительства дал премьер-министр. По данным МЧС, 92% всех чрезвычайных ситуаций связаны с пожарами. Только за два месяца в республике произошло свыше 1300 возгораний, в которых погибло более 30 человек. Еще 42 человека отравились угарным газом. Между тем, техническое оснащение противопожарных служб во многих регионах оставляет желать лучшего. К примеру, свыше 15 тысяч пожарных гидрантов находятся в неудовлетворительном состоянии. Оскар Мамин отметил, что требуется обновление парка старой пожарной техники, которая подлежит ежегодному списанию. И кроме того, всем регионам в течение месяца необходимо создать газотехнические инспекции. Пока это сделали только в столице, Алматы, Акмолинской и Костанайской областях. Как показывает статистика, в ряде регионов наблюдается рост количества пожаров, гибели и травмирования людей. Поручаю акимам регионов взять этот вопрос на особый контроль и принять соответствующие меры, обеспечить пожарную безопасность объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, взять на особый контроль работу котельных, расположенных в объектах социальной сферы, ускорить решение вопросов их выноса за пределы зданий. Поларных геморрактан.